Добрый день, уважаемые подписчики! Приветствуем вас на нашем канале. Представляем вашему вниманию японский мини-трактор Исеки, модель TX-155. Трактор комплектуется почвенной фрезой. Стандартная ширина 1,20 м. Еще есть надставки, позволяющие увеличивать ширину захвата фрезы. Навеска двухточечная. С правой стороны расположен рычаг управления задней навеской, поднять, опустить. Также имеется рычаг, переключающий передний мост, и рычаг, переключающий передачи повышенной, пониженной. Основной рычаг скоростей у него посередине. С правой стороны сдвоенный тормоз, педаль газа. Выше расположен рычаг управления ручным газом. Основной ключ запуска двигателя, ключ зажигания. Трактор дизельный, трехцилиндровый, жидкостного охлаждения. Небольшой трактор для маленьких участков. С левой стороны расположен рычаг переключения вала отбора мощности, три скорости, педаль сцепления. Хорошенький трактор, состояние очень хорошее, задняя резина, ни порезов, ни трещин, ничего нет, передняя резина тоже в очень хорошем состоянии. Сейчас заглянем под капот. Двигатель трехцилиндровый, как я говорил уже, тоже в хорошем состоянии, ни подтеков, ничего нет. Данная модель находится в городе Иркутске. По адресу Загородная 2. Более подробную информацию можно узнать на нашем сайте по ссылке в описании. Спасибо за просмотр. До новых встреч!